Еще раз показываю.
Еще раз, посмотрите внимательно. Посмотрите правильный захват. Вот, видите, вот он правильный захват. Оп, движение. Посмотрите, вот, видите, правильный захват. Вот он. Вот это правильный захват, с него обычно делают. Можно делать с одностороннего захвата. Можно. Но если вы взяли такой захват, через секунду сели, сели туда. Петя, туда сели. Петя. Посмотрите внимательно. Вот этот захват. Правильный захват. Одна рука слева, другая справа. Слева, справа. Вот правильный захват. Ваня! Вот правильный захват. Вот он правильный захват. Если у вас две руки на одной стороне, это защитный захват. Чаще всего так защищают. Чаще всего наказывают. Замечание шида. Вы знаете, 4 шида есть. Первое шида, второе шида. Второе шида вы 5-0 проигрываете. Третье 7-0. И четвертое, концу бумаги дисквалификации, пон 10-0. И если вы взяли вот такой захват и делаете бросок сюда, 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 проблем нет. Но если вы взяли и стоите просто движение, вот судья считает 21, 21, 21, 21, 21, мате, шида и показывает односторонний захват. Да и не надо заправляться, все равно же будет. Если вы взяли отсюда его, повели его вот сюда, вот, а потом бросочек. Никаких проблем. Пошел, пошел. Никаких проблем. Не хотите? Значит, возьмите такой захват. Еще раз. Нога впереди. Ручку поднять. Вторую руку. Хоп. Локоточки. Движение. Хоп. Хоп. Вот такой захват легче. Чем легче, для меня легче, что он головой не ударится. Да, он останется живой. Даже если вы бросите, отсюда страшно неудобно бросать. И локоть нужно держать. Держать нужно отворот, чтобы вот отсюда, вот, вот сюда его поднять. А если вы здесь, здесь нет тяги. Нельзя бросить противника в схватку. Но для отработки, чтобы он не ударился головой, вот такой захват. Получше захват? Вот. Поставили. Локоть подняли. Раз, движение. Три, четыре. Теперь посмотрите. Я сел, хоп, видите, я встал. Но он уже не стоит. Что вы делаете? Вы берете отсюда, ложитесь. И он головой падает прямо в этот самый. И все. Человек травмировался всю жизнь. Да. Отсюда. Хоп. Да, еще раз. Раз. Два. Хоп. И движение. Дальше вначале не бросайте. Просто присядьте и на себя взвалите. Все. Ларин Дерипомирой. Мне нравится это слово. Баскинбас. До свидания. Номер доля. Давай, давай. Давай. Пошли. Второй номер. Эй, я вообще в ужасе. Вот посмотрите на него. Как ушел на каникулы, так и пришел. Таким же. Ни веса, ни роста, ничего. Раз силы нет, любая девочка задела его, он упал и сломался. Сломался. Все. Идите вдвоем качать. Ну, конечно, мешок. Посмотри, Илюша уже становится здоровее тебя. Молодец, Илюша. Илюша, берешь этого пацана, ты делаешь, что он делает, ты делаешь, что он делает. А? Покряться? Я знала вас. Ты что? Ты едешь. Оп-оп-оп, ты неправильно встал. Высоко стоит. Ты высоко стоишь, что ты можешь прыгнуть. Что же, да? Ты не прыгнешь. А прыгай назад, что я
что с твоей рукой? Ты скажи, чтобы он держал свою руку. Ноги шире, блядь. Ноги шире, ножки шире, ножки шире. Хорошо, маленький шаг, раз. Не надо, не надо. 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 Не надо
пятнашки ногами. Как пятницу на боксе. Оп-оп-оп. Первый номер старается наступить. Первый. Готовы? Хаджиме! Пошли! Оп! Стоп! Давай, давай, да, да, да. Все, поехали. Первый, первый носок. Аккуратно! И пятка, и носочка. Одной ногой, Саши. Или две, или пятка. Оп-оп-оп. Ваша задача зайти за спину, зайти назад, зайти назад. На спине, если лег на спину, значит проиграл. Высокий, низкий партер, колени, женой. Зайти за спину партнеру. Готовы? Хаджиме? Андрей, ты уже проиграл. Андрей, ты проиграл. Лерик, нельзя, чтобы он зашел сзади. Все, отпускаешь еще раз. Руки, печары, мэны. Нас за спину зайти. Зайти назад, Ваня. Так. Матэ, встали в стойку. Теперь в стойке. То же самое, в стойке. Лапичуари, лук лапичуари. Зайди назад. Хаджиме. Пошли. Да, вот-вот, зайди назад и взять за торс. Норумкой. Лобка печаря. Стойка, стойка, лапичаря, лупка лапичаря. Мате, ложимся на живот, лицо.